Спичечный коробок из кармана Вейда привел меня в шумный придорожный бар на окраине Хоупа в Южной Дакоте. Если найду Ленни, найду и Викторию. Я дал слово девушке и умирающему другу. Я подвел их обоих, но я все исправлю. Ленни, Декстер, Трэвис. Каждый из них заплатит. Сэр, посмотрите на это. Сэр, вам правда надо это увидеть? Что? Это подарок. От осведомителя. Он уже много лет назад сошел со сцены. Позывной Птаха. Мы дали ему позывной Птаха? Тут он. Этой птахе все, что он захочет. Найдите 47-го любой ценой. Они мои. А документы у тебя есть? Я могу просто их забрать. Ты не похож на вора. Это не будет воровством. Знаешь что? Я их продам, если победишь девчонку. Справишься с девчонкой? Смотря с какой. Моя личка кому угодно фору даст. Даже тебе. Птаха. Он забрал мои сильвербойлеры в качестве оплаты. И вот он их возвращает. По неведомой причине идет мне навстречу. Можно ли ему доверять? Или он переметнулся к деловым партнерам повыгоднее? Неважно. Перед охотой на Ленни я верну свое оружие. Слишком долго я плыл по течению. Привет, как дела? У меня все хорошо, спасибо. А у тебя? Эй, правила вежливости отмени. Эй, друг, мне помощь нужна. Чем могу помочь, приятель? Ну, я не могу найти патроны для дробовика. Они должны быть сзади, там же, где я стою. Да, я уже глядел, не нашел. Надо же, с утра они были. И на складе у нас их точно не осталось. Наверное, этот псих истратил их все на стрельбище. Никаких манер.
Ну ладно, раз, два ругнулся. Блин, это и я так делаю. Но чтобы через слово... Другой. Точно будут. Ладно, покажу тут немного. Может, чего-нибудь видеть не хочется. Меня пялится вонючим феям. Чёртом феи, если бы... Старина Лени вернулся. От сука. Как было хорошо и тихо без этого пердуна. Ага. Но ничего не понял. Сунуть ему обрез в жопу и выбить мозги? Ага. Или воткнуть мегафон ему промеж ягодиц. Да, да, боюсь, его точно в жопе это только понравится. Слышь, я танцевать не люблю, так что проваливай, болван. Убил своего первого кролика. Такого. Ну, он выглядел типа так же. Ты посмотри.
Знаешь что, смотришь на такую пушку и сразу хочется убить какого-нибудь хорошего человека. Ага. Может, она и не выглядит прям супер, но когда ты держишь ее в руках, это как секс. Секс в твоих руках. В смысле, с чьей-то еще рукой. Чего? Эй, ты где это рванье достал? С мертвого бомжа снял? Вот так, малышка. Какая ты теперь красотка, а? А, посмотри, как сияет. О, у меня в зубах что-то застряло. Угу, дед, ты просто блеск. Папочке пора тебя зарядить, а? А вы пойдете на ярмарку? Мисс, что-нибудь подсказать? Здрасте. Я хочу купить оружие. Ну, мы торгуем оружием, так что вы по адресу. Вот эти оружие у входа выглядят очень солидно. Можно попробовать? Угу. Укажите, какое вы хотели бы посмотреть. Эй, чувак, давай потом по пиву выпьем. Помедленнее, от дикой индейки до черного медведя. Хлопочешь обезвоживание. О, как интересно. А люди считаются крупной дичью? А что именно вас интересует, мисс? Угадайте сами. Соревнования, охота, отдых. Охота. А, отлично. Ну, а о какой дичи тогда идет речь? Речь идет о самце. А что за вид? Мисс, вы уверены, что вам нужно ружье? Я... А как насчет рогатки? Убивает кролика. Она не такая смертельная, но сойдет. О, да. Я уверена. Ладно, ну тогда... А может, пройдетесь по магазину, поищите что-то более подходящее для вашей цели? Не стоит брать калибр больше, чем нужно. Вы правы. Пожалуй, я осмотрюсь. Огромное спасибо за помощь. Ну, если у вас возникнут вопросы, стреляйте. В смысле, задавайте. Эй, нормальные люди так себя не ведут. Лучше вам не убегать, особенно если вы совершили что-то противозаконное. Слышите? Эй, ты! Ты чего носишься? Шило в заднице покойно. Не нужно бегать, мистер. В этом городе не принято торопиться. Thank you.
Эй, привет, ковбой. Говорят, ты хотел пострелять? Можешь взять любой ствол на твой вкус вон оттуда. Когда выберешь, приходи обратно сюда, и мы погрохочем. О патронах не беспокойся. Для соревнования не жалко. Стреляй на здоровье. Сможешь, ну, парни, ковбой. Похоже, к нам явился ас. Ого! Нам где ты научился стрелять так, ковбой? Как обращаться с пушкой? Нам приехал настоящий стрелок! Отлично! Нам приехал настоящий стрелок! Тачку! Победил меня в честном бою.